Приветствую всех читателей портала androidex.ru. Какую игру знают взрослые дети в любом уголке мира? С помощью этой игры решаются споры, а с недавнего времени проходит мировой чемпионат. Эта игра – камень, ножницы, бумага. За время, которое прошло с момента появления этой незатейливой игры, было придумано немало вариантов. Некоторые добавляли новые элементы, другие заменяли привычный камень, ножницы или бумагу на другие, а самые смелые даже расширяли набор элементов. Например, в советские годы существовала расширенная версия игры. Звучала она так: камень, ножницы, бумага, карандаш, огонь, вода и бутылка лимонада Цуефа. Но это все лирика. В Android Market есть совсем новая вариация этой игры. Камень, ножницы, бумага, ящерица Спок. Все фанаты сериала «Теория большого взрыва», наверное, сразу узнали эту игру. В одной из серий доктор Шелдон Купер предлагает решить спор именно с помощью этого варианта игры. По заверению автора, новые элементы не нарушают игрового баланса, а наоборот снижают вероятность переигровки. Правила просты. Ножницы режут бумагу, бумага заворачивает камень давит ящерицу, а ящерица травит Спока, в то время как Спок ломает ножницы, которые в свою очередь отрезают голову ящерицы, которая ест бумагу, на которой улики против Спока. Спок испаряет камень, а камень, разумеется, затупляет ножницы. В маркете игра доступна под названием RPS Lizard Spock. Внешне игра выглядит очень просто. Вам необходимо выбрать один из пяти элементов, дождаться исхода раунда. Кстати, вы сможете поиграть не только с компьютером, но и со своими друзьями.